достаточно. 8 штук. Главное вообще доехать. Ой, а кто у нас стрелял? Я тестировал кольт. Реально клёво. Еще раз. Такое ощущение, что в кабину попал. Не-не-не, это кольт стреляет. Смотри. Да не надо стрелять, я спрашиваю. Давай, что-то стрельба, почему все не по плану. Да не спрашиваешь. Блин, мы же на этом, на хамике. А все остальные нам 113. Сейчас еще первый прыгаемся. Так, где тут наш поворот, Кал? Сначала штурма через 40 минут. Так, а дальше я не помню. Получается в 7 часов по часам? Мы уже сольемся. Времени. Ты едь. А что за красный вопрос? Тебе бы. Это потенциальные засады противника. А почему некоторые из них бегают? Не могу тебе объяснить. На брифинге они все были красные. Видимо, это те, которые надо разведать. Давай, едь, едь. Я еду, еду. У нас что-то уже взорвалось в колонии. Интересно, что. Точнее, кто. У нас так меньше было, чем той стороны. Ты делай перекличку отряда. Да, нам перекинули МСТ. Куда здесь? У нас видит порой. Прямо все по дороге будет. Прямо все по дороге. Да ФСД-то ладно, они хотя бы часто играют. Все время прям. МСТ это вообще пипец. Мы не очень, но МСТ это еще хуже. Ну, что первый крейсер, поэтому все нормально. Блин, хреново, прям солнце в стекло светит. Мы едем прям на метку, возможно, засада. Так мы же разведка. Мы вообще-то единственный штурмовой отряд на стороне. Считали, как наши солдаты. Это не повод умирать первыми. Да, на связи. Чё, ещё кто-то метки ставит на нас?
Я пока не в курсе, где я водитель. Меня тут штурман ведет. Принято, принято. Так, мне сказали предупредить, когда мы будем в Старый Собор въезжать. Там возможен противник. Ну, мы уже почти приехали. Посмотрите внимательно. Вы можете смотреть. Может, объедем его вообще не по дороге? Это он? Да. Ну его нахрен, сейчас проедем по дороге. Потеряться. Там на север, да? Сейчас на деле или там где? Ну да, есть сейчас на дороге. Вот он точно налево или направо? Джейсон, давай направо, 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 направо. Хорошо. Так, это стелс, мы Новый Собор проехали, объехали, никого там не встретили. Вот, Олег, Олег, стой, проехали, проехали, Джейсон, да. Сюда-то на эту... Сейчас колонну будем поддерживать. Ничего я не буду поддерживать, я уже проехал. Там нет поддержки колонны. Повторите, что там насчет поддержки колонны? Мы вперед далеко уехали от основного собора. Далеко не уезжать, а куда уезжать? Подождать всех, кого подождать нас? У нас маршруты не одинаковые, наверное. Нет, там все за нами едут. Ты, да, ты видишь, да? Что они за нами... Нет, они далеко от нас едут. Это по меткам. Да, их нету в зоне видимости, они километр отстают от нас. Они же там им 112 тормозные. Здесь напало. А что, на Гришина уже поворачиваем? Да. Я как понял, мы алгуем. Мы разведка, штурм-взвод, штурмовое отделение. Ну ё-моё, ну вот ненавижу этот азим, у меня прям глаза светят, я вообще ничего не вижу. А здесь прямо на... Здесь на пауз дорогу. Так, сейчас мы едем на Гришина, да? Я бы его уже объехал. Даже Гришина объехал? Кстати, там нет у нас ноги, мы находимся. Сейчас простучим. А дальше куда? Сейчас, возле леса будет дорога. Так, внимание, стелс, мы проехали Гришина. Гришина тоже чисто. Но они нас уже видели. Откуда ты знаешь? Да в порту всяко разные клиенты сидят. Где мы раньше сидели. Все в аэродроме? Мы его объезжаем, чтобы улазить. Аэропорт у нас не был за невидимости. И они могли где-то видеть, там издалека что-то будет проехать. Не,
Блин, ну почему все так подло? Я не могу ехать так. Мне тогда у меня не видно ничего. Ты кого, нормально тебе видно? Нет. Это задумка как-то дело стопудово. Прям по лесу? Да. Так, это забор и дорога. Здесь я правильно ли поставил? Уезжай вот до угла там. Я думаю, здесь вылезет. А так, пока круговая оборона, пока я в это воткну, разберусь, где я нахожусь. Я поставил мне такой. Не, ну где-то тот же, если моей. Отлично, переходим через забор, ищем про это место, где пролезть. Вот там он, отверстие в заборе. На шепот давайте все. Движение 230 где-то должен быть наш. Еще надо вылезти, еще и осмотреться через взлетку. Так, затаитесь, не вылазьте, я пока смотрю взлетку. Взлетки идем на 310, там будем переходить. У нас еще нормальный камуфляж для американский. Американский для Черноруссии обычно такие галимые бывают. Я что-то только двоих сам вижу. Бараки, блин, гаражи. Прием, прием. Кто нас не нашел? Шейп, спонсор. Мес. Все здесь. А вон они. Мес здесь. Блин, куда я? Я не вижу вас вообще. А шейпа вижу. Ну, мес идет на 40. Посмотри на 260. А, я вижу, вот еще. Оттуда видно, если БТР стоит, он будет наше движение видеть. Он смотрел только сейчас. Шип вроде тут смотрит куда-то. С дальномером, блин. Не-я. Ладно, побежали. Я вообще сейчас отдохнуть, я устал. 240. Ну отдыхай пока, сейчас я до первых кустов хотя бы добегу.
хер они сюда приперлись, наши? А, это штаб же, ядрен батон. Добегайте до елок и ждем мяса. Я уже возле елок на той стороне. Все, ладно, давайте окончательно тогда отдыхаем. Лучше пойти впереди всех отрядов, потому что иначе они там засветятся быстрее нас. Сейчас мы пойдем, нас уже примут сразу. Ладно, давайте на 240. Может, успеем. Ищем дыру в заборе. Нафига они так рвутся? Еще 25 минут. Повтори, чего? Какие 25 минут? А что, что? Да это ориентировочно все. Тем более это нас не касается, наверное. Мы еще не собираемся штурмовать. Нам до леса хотя бы закрепиться. Вон, видишь, черная точка, стелс, барс. Да тут дойти. Так, все, я перебежал в забор. Движение на весь 40 также пользуется. Леса на 230. Наши там уже спалились где-то. Так что я думаю, на нас внимание не будет обращать. Дальномером, ну ядрен батон, ну как этот? Я не шейп. Ну в смысле, это не шейп. А, это Кау, блин. Кау, а что ты этот? Тебе шейп заразил, что ли? Какой шейп? Я. Так шейп все время с биноклем бегает. Я не шейп. Шейп не шейп, Кау не Кау. Слева стрельба. Ну, да, да, слышу. Это, короче, не мы. Мы тут ни при чем бежим. Это БТР. Нахрен. По-моему, наши. Мы ничем не можем их. Мы ничем не можем им помочь. Вдохнуть бы. Ладно, отдыхаем. Все, отдыхаем. Мы все нормально, мы по стелсу проходим. Ты видишь? Взрывы. Ничего страшного. Они на 400 метров от нас получаются. Готов. Нам главное прорваться вот в тот лес, где черная метка. Я думаю, впереди нас уже засада есть, нужно идти аккуратно. Так, вот этот желтый лес, с левой стороны идем. С правой, на 240. Также вдоль него.
справа у нас никого не будет, здесь поле чистое. Тут тоже вдоль заборчика идем тихонько. Почти 300 метров, и мы на точке будем сидеть и ждать штурма. Впереди может быть враг, поэтому внимательно. Сейчас я отдохну немножко, а то что-то я запыхался. Вот интересно, выйдем мы на эту точку и что дальше? Так, я пошел дальше. До деревьев. На 250. Зеленых деревьев уже все окончательно приваливаемся. Сейчас нам нужно будет зачистить этот лес, чтобы тут гарантированно не было врагов. Противник зеленые русские, да? Да. Короче, еще метров, может быть, 100-50 на 230 будет город. Не светитесь на этот город, чтобы вас никто не заметил, иначе нас тут отхреначат по полной. Пока аккуратненько прочекаем этот лес, чтобы здесь никого не было. Давайте в разные стороны. Если противник рядом, сразу стреляйте. Так, все, я уже город вижу. Удивительно, что тут даже нет наблюдателя. Очень далеко до Лопатина. Быть незамеченными с Лопатина. Ты имеешь в виду каменный или такой деревянный? Каменный, каменный, да. Вот на карте его даже видно, такая черточка. Она там и зеленочка идет, и черточка. Ну, честно говоря, ползти-то, может быть, и можно.
Но мы будем очень долго ползти, но если нас заметят, нас просто там зажмут, мы ничего не сделаем. Я все-таки думаю, надо сделать ставку на то, чтобы пока наши будут их отвлекать, на скорости прорваться. Кто-нибудь с оружием за спиной бегает из наших? Я нет. Тут наши могут подойти сейчас. У нас сзади. 2-2. Блин, они сейчас засветят здесь все и... Если мы по склону сейчас на север пойдем, то будет не есть хорошо. Так, давайте-ка, знаете что, отходим обратно. Сейчас ровно на север отходим, так, чтобы вас не было видно из города. Сейчас пойдем туда, да, на север, куда-нибудь, тут лес вообще, оттуда будем как-то заходить. Сейчас нас наши перестреляют, когда мы отходить будем. Не перестреляют. На равнину не выходите. Это, блин, это вы сейчас по полю бежите? Да, что, есть другие варианты? Ну ладно, давайте на север вот до первых деревьев. Отсюда, соответственно, вот вдоль вот этого забора, что у нас справа, нужно идти в полуприседе. Дойти нужно до... Может, один сейчас поползет, а? Прямо сейчас уже поползет. Один, одного там просто не так видно, как... Нет, ну сейчас еще у нас видно из города, нас не видно, поэтому сейчас ползти не надо. А вот когда дойдем до спуска вниз... В общем, возьму движение 320 где-то. Там такие здоровые дубы. Как-то идем до каменного забора, вот там поползем. Отдохнуть бы у дубов. Да, давайте, тут канавка такая, здесь отдыхаем. Все. Здесь уже будет заборчик, вдоль него поползем только. Слушай, а канавка дальше на запад не идет? Канавка идет немножко не так, как нам надо, но она рядом с забором каменным, вот, по которому мы собираемся ползти. Я думаю, все-таки... Чё-то я вас потерял. Вот последняя стояночка была, до деревьев мы дошли, а потом от нее куда? До забора деревянного? Все, а... вижу. Да, там будет такая канава. Все, все, вижу, вижу. Смотрите, мы побежим не вдоль вот этой вот там, как его, ну, забора уже, в Лопатино, а мы забежим в лес, вот там лес такой есть. Блин, секунду, да? В общем, вот так как-то. Я вам скажу, у вас в зеленке видно, в траве пипец. Такие елки стоят. Я думаю, вот вдоль того забора и пойдем. Там ты лишь по моим зеленым меткам как-то так. Ну все, давайте на 300 дойдем. До елок. Ну в полный рост, Джейсон, в полный рост бежишь. Так отсюда город, с города нас еще не видно толку. Так, это первый каменный забор, мы его пропустим. Пойдем по второму каменному забору.
пипец, тут открытое место. Ну давайте до него. Добежим до его окна, 320. Лес осмотрим. Лес, конечно, очень херовый, честно говоря. Издалека его смотри, пока мест видно нормально, без травы. Да я смотрю, он вроде чистый, блин, но что-то я, у меня, по-моему, глаз не наметан. Интер 120, кто-то в нас идет. Расстояние до Бэтмена. Ой, далеко. Да хренительно. Больше, ладно. Не, 800 метров. Не, на 800 из этого говна я не кладу на 400. Так, все, я забегаю в лес на 240. Я чуть куда стал. Это будет палево, если по нему стрельну. Так, не надо стрелять из такого далека.
У нас одноразовая же. Ну да. Ну а что рисковать, что в город войдем и нормально все сделаем. Так, что нам делать дальше? По идее, мы должны дорогу пересечь. Дорогу до того вот зеленого. В общем, пока двигаюсь на 260. Там штурм начинается. Да мы уже его давно начали. Просто у нас оттянутая атака. Сейчас я буду перебегать через дорогу до зеленых деревьев. На 220. Смотрите, пока не бегите, я пробегу сначала. Отличное здесь место, здесь отсюда город не видно. Все, перебежал. Можете бежать. Возле нас стрельба. Нет, нет, это из города, не возле нас. Это где-то из района церквушки. Близко, но за холмом. Леса двигаемся как можно ближе к городу, надо подойти. ГРУ уже вон в городе, да не стреляются там. Ну вот это калаш был, да? Угу. Давно уже было. Теперь мы на солнце будем смотреть. Нет, мы сейчас как раз так заходим, что солнце не... мы не будем на солнце смотреть. Но стрельба идет. А, калаш стрелял там, где солнце. Странно. Вообще все как-то странно. Мы когда ехали... Пипец, блядь. Хорошо заехали. Да что за хрень такая? Чего вот эти грушники на все время все портят? Ладно, будем почищать. Я думаю, что они все равно все в соседних лесах сидят. Какие? Так что осторожно, сейчас в этом лесу может быть даже. Бэттер уничтожен. Опа, это по нам что ли? Где-то оттуда справа работали. Шаман, это наши, блин, справа. Это наши стреляют откуда? Издалека. Ну, калашами стреляют. Короче, заходим в город, а через город пойдем во вторую зону. У нас вариантов все нет уже. Херово, действительно, прям на солнце. Кто-то сильно вперед убежал, у нас один. Так, впереди бункер. В бункере никого нет. Пометка есть. Туда РПГ, может, все равно не нужно. Я там не вижу никого.
один, это что такое? Ты думаешь, что это враг? Что они появились, один человек имеется. Так что, трубой? А там пусто. Не, не надо, будь ты уничтожен. Ты не попадешь же в эту щель. Ой, да ладно. Оцениваешь, и он их отрабатывает. Это не работает наша. Это не в этом бункере один, блин, не дадут нам подойти. Вот наша МС-13 стоит. Выбитая, что ли, не могу понять. Впереди кто-то бегает уже. Наш по полю, где им бежит? Я в бункере вижу кого-то. В бункере, внимание, один чел. Вроде свой. Ну смотрите. Тут наши уже вовсю вдоль дороги бегут. В городе свой бегает. Займка свои? Наверное, да. Внимание, кто-то подходит к бункеру, смотрите. Там одна разная зона, это не наша. Это свой. Свой. Здесь везде свои зоны захвачены. Что-то ездит. А, это М-ка. Подобрём. Твои, похоже, кроют. Бункера. В бункере. Я забыл в бункера. Это свои, по-моему, стреляют. Нет, правда. Перед бункером сидит. Все, наш друг. ГПшник прямо в лицо ГПшника залезал. Я туда еще за бункер. Блин, откуда так жестко? Понять не могу. Там еще есть. Чё, бункер взяли? Джейсон? Пиви, кличка? Мес, на связи. Шейф, спонсор. Нас осталось мало. Джейсон мертв. Сильно по центру били, делай. А нет, это не Джейсон труп. Не Шейп труп. Спонсор труп. Получилось, они как раз здесь ГПшили, и они тут бежали. Стелс на ДВ. Командир умер. Какой смысл? Чё, бункер защитить?